creature Deixa eu ver. Deixa eu ver o cliente. Aí, menina. Zoco. Estamos tá estranho, moça. Deixa. Pretende. Насчет использования чужого звука. Нам чужой звук не нужен. У нас свой есть. Ух! Свой звук. Играть. Как новое. Вот. Опции, стриминг, авторы. Играть. Новая игрушка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Звук такой. У нас свой. Эксклюзивный звук. Ку. Бу. Как бы это пропустить? А то и это тоже. Тоже скажут, это чужое видео, уже какая-то игрушка наехала на нас. Что вот, понимаешь, что случилось? Где все? Где все? Успокойся, просто это. Нужно подвинуть нашу моську лица куда-нибудь. Сейчас ее подвинем сюда. Окейшки. И... Так. Подвинули. Так. Мне надо домой. Можно я пойду домой? Пусть домой всегда существует. Пусть домой всегда существует. Хм, посмотрим. Твой новый дом – кладбище. Вот так вот. Что это значит? Я умер? Это значит, что ты теперь хранитель кладбища. Но мне нужно вернуться домой, к любимой. Кому ты нужен, бородатая рожа? Тебе нужно быть хорошим хранителем кладбища. Тогда все будет клево. Тебе следует откопать Герри. Он поможет освоить тут. Кого? Герри. Откопать. Герри. Так, это... Ну! А! Ну! Мимо. Опять физиономия. Так, мы его берем. Так. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот, звук закрыт. Вот, поиск. Я готовить. Ничего тут приготовить нельзя. А это тоже пусто. Пусто. Как все хорошо. Я. Та-та-та-та-та. А вот что такое? Я. Место под бревна. Место под бревна. А это под кого? Подо что? Место под камни. О, как все солидно. А это место под воду? Не сейчас. Эх. Эх. Не сейчас. Пока не могу это сделать. Зануда. Чертежи кругом. Сейчас Гарри... А-а-а, откопаем. Ля-ля-ля. Ой, это нужно зажатый держать. Святое бухлишко. А, да ты
Ты есть карри? Ты с чего это взял? Человек с красным глазом сказал. Меня откопали карри. А красный глаз, помню. Раздели меня алкоголь. Я ведь действительно Гэри. Как ты меня нашел? Мужчина сказал мне, что ты ответишь на все вопросы. А, да, мужик сказал, ясно. Только скажи для начала, ты кто такой и что это за место? Сплю или в отключке? Этого не может быть. На самом деле... Ты новый хранитель кладбища. Ну ладно. Видите, как симпатично все. Господи, как все симпатично. Ну, это ж прелесть. Я помню этот звук. Ну-ка, пошли посмотрим. Сюр какой-то. Сюрреализм. Я только помню этот колокольчик и осла. Ясла. Доставка свежей трупы из города. Ну ладно. Ничего себе, говорящий осел. А то, что трупы из города, это тебя не удивляет. Ты понимаешь меня? А, он не всех понимает. Или не все его понимают. Давай говорить. Кто ты? Где ты кто? Я пролетарий. Эта тележка не моя. Я вынужден работать на капиталистическую свинью, которая ей владеет. Я получаю за это всего 5 морковок в день. Ужас. Вся эта ситуация жутко унизительна. Ты же понимаешь, о чем я говорю, товарищ? Так они себе пролетариев представляют. Послами. Главное, этот гад... притворяется, что не понимает то, что я говорю. Эх, мне нужно возвращаться в город, избавиться от этого трупа, и я привезу тебе еще. А, избавься. Избавься. Какое странное место. Да, вот. Ой, ой, чуть не увез обратно. Так. Ну чего, уставился? Давай, хватай труп, пока он не испортился. Давай, хватай труп, труп хватай. Да давай, хватай, господи. А, е. Е, о, е. О, е. Е, о, е. Е. Давай клади тело на стол для аутопсии. Так, ну, что дальше? Дальше что-то. Съешь немного мяса с тела, начни с того, что посочнее. Ну, хватит уже это тут. Ну, все. Болтуны. Ну все, господи, дурь какая. Ладно. Так, открыть. Новый. А, открыто. А, вы открыли. Чертеж препарации. Вонный стол. Чертеж палета. Извлечь мясо. Ура. Е. Положить. Аутопсия. Извлечь мясо. Извлекаем сочный кусок мяса. Холодно. Отвратительно. Ничего, привыкнешь. Так, так, так. Что теперь? Что мы можем делать с трупом? Давай похороним его.
Антропсия. Давай тело. Там что починить. Так что там ничего пока. Может, что-нибудь будет. Ну, ладно. Видите. Побежали. Побежали. Нестерпимо и стоверно. Ну, давай похороним его. Тять. Черный стол. Где построить? Чего построить? Место под могилу. А это что? Клумба. А это убрать. Тело. Ура! У нас все получилось! Ура! Работать. Ух, круто! Отличненько! Похоронный сертификат. Что-то вспоминаю. Деньги, алкоголь. Алкоголь, деньги, епископ. Во-во, это идет. Как надоело ему это все. Так, похоронный сертификат. Хранитель. Да-да-да. Клирика. Чинить могилу. На фоне текущей области. Название текущей области места. Четыре с половиной. Важная информация об области. Качество кладбища. Привлекательность церкви и тому подобное. Починить могилы, чтобы увеличить общее качество кладбища. Так, минус один, а так плюс один. Для этого могут понадобиться специальные ресурсы. Создать деревянная табличка. Открыть новую технологию. Однако, когда качество кладбища будет как минимум 5, мы сможем поговорить о повышении. Клирикам хочет нас сделать. Как его хочет сделать. Бородатого. Да, я вообще хорош во всем, поэтому я был избран представлять его волю. Ага. Твой предшественник хранил свое барахло в этом ящике. Посмотри, что там осталось. Я вернусь через неделю. Вообще, я прихожу сюда каждый день, наверное. Может быть, это не сон. Может, я съел что-то не то. А завтрак. А
Похоже, он ждет моей реакции. Что им ответить? А почему вы сюда приходите? Это часть моего долга. Неприятная часть. Что-то вроде старинной традиции. Я не могу знать абсолютно все обо всех традициях и ритуалах. Я всего лишь представитель его могущества и славы. Ха-ха. Почему ха-ха? У меня небольшой вопрос. Что такое похоронный сертификат? Когда тело упокоено, ты можешь обменять похоронный сертификат на деньги таверны. Ну, новое задание. Я починил кладбище. Никакой я не хранитель, я просто шел домой с работы. Как мне починить кладбище? Спроси. Пройди сейчас еще тебя, ты уйти. Так, обучение технологий. Обработка дерева. Чтобы изготовить предметы, нужно изучить соответствующую технологию. На что требуются цветы и шарики? Нажатие «Тап» открывает дерево технологий. Красные шарики отражают работу руками и обработку материалов. Зеленые шарики отражают значение о природе вещей и самой природе. Синие шарики отражают духовные познания о нематериальном мире. Вы получаете эти очки технологии, просто делая разнообразную работу. Также дополнительные очки можно получить, исследуя предметы на специальном столе. Представление о камне. Вы открыли новую технологию и получили знание. Чертеж склад камня. Двор. Камень добывается из валунов различного размера, разбросанных там и тут. Представление о дереве. Новую технологию. Чертеж склад сбор. Круг небольших деревьев, сруби маленькое дерево и получи одно бревно. Можно собирать палки с сухих кустов. Представление дерева, представление камня. Корное дело. Обработка камня. Распил. Что у нас? Красные кубики. Или шарики. Шарики. Красные шарики. Шарики. Технологии, персонаж, карта. А что нам тут делать? Создать набор для починки камня. Строительство, это все технологии, персонаж. Значит, набор для починки камня. Хранитель кладбища. Это персонаж Гарри, ослик и епископ. Карта. Да, огород, милый дом, морг, старое кладбище. Ну ладно. Так. Чемодан. Чемодан и ящик. Так, что тут у нас? Набор для починки дерева. Набор для починки камня.
Ржавый топор. Ну, завершено. Исцелено, не свершено. Ржавая кирка. Ржавый молоток. Починить. Чинить, чинить. Там в морге было. Починить. Написано. Вот что это? Почему? Стоп. Доска нужна и железные детали, чтобы починить. Место для обрядов. Там у нас где-то было. Я говорю, воин. О! Ложись. О, круто. Так, а камень где? Камень. Сука. Нужна технология. Еще. А, вот у нас увеличивается количество шариков. Ох, как у нас увеличилось. А почему-то обидно нужно было нести. Вот так можно как-то. Как-то так. Так получается. Ну. Ну, здесь не высвечивается, что можно снять, взять ручки. Так. Положить. Итого два бревна у нас. Значит, от руки деревьев еще другие шарики. Он только красный. Возникает. Ну ладно, мы выполнили. Что тут делать надо? Можно, конечно, поиграть. Починить. О-о-о.
брус, доска, кости, у человека часы. Путь отрезан. А ведь починить. Значит, какая у нас могила. Могила я. Каменный крест. Каменная ограда. Не завершено. Починить ограду. Починить ограду. О, два. А, нет, не два. А, вот работать. F. Плюс два. А что здесь можно сделать еще? Чинить ограду сделали, каменный крест. Чинить надгробие. Плюс три. На это нам не хватит ресурсов. Так. Это у нас я. Починить. Работать. Нужна технология. А там что такое? Нужна технология. Не смог работать, потому что зацепился за кустик. Нужна технология. Нужна технология. Ну, все цепляется. Так, что тут у нас? Все у нас все плохо. Так, здесь не нужны хоть ресурсы. Не хватает синего, что ли? Что не хватает? Синего шарика или что? Понятно.
Верно, старая кляча. Старая кляча. Харатык. Добро пожаловать. Это верно, старая кляча. Меня зовут Харатрик, и я к вашим услугам. К нашим услугам. Я прямиком с кладбища. Я уже полдня тут, но до сих пор ничего не понимаю. Это же просто чудесно, что вы здесь. Но... Наконец-то дела в нашей деревушке пойдут на лад. Вот. Ну скажите, когда же вы планируете вновь открыть старую церковь? Супермиссия, миссия, супермиссия. Но мне сперва надо привести кладбище в порядок. Разумеется, за ним так давно никто не ухаживает. Ну что же, как я могла быть полезна? Ну что ж, по похоронам сердца Викати, вы знаете, как мне попасть домой? Я бы хотел продать немного свежего мяса. Торговать. Мясо у нас в деревне большой деликатес. С радостью купил. Главное только, чтобы королевская мясная печать стояла. Найти печать и продать мясо Харатеку. Когда давно у нас тут был инцидент, так сказать, непотребное мясо, вот с тех пор должно быть найти королевской печати. А мне хлопот с городскими властями без контрафактного мяса хватает. Так есть на своем мясе печать. Так есть? На твоем мясе печать. Дышка вам печать от этого мяса, но главное, чтобы выглядит. Пахнет она аппетитно. Но если нет печати, то у меня связаны руки. Я могу достать эту печать, но ты можешь послать официальный запрос через единую королевскую канцелярию. Их ящик есть прямо у твоей церкви, но это летит в копеечку. Есть, конечно, и другой способ, и я тебе по-соседски о нем расскажу. Наклонись поближе. Поближе. Есть парень. Кличут змею. Так вот, сдается мне, что есть у него фальшивая королевская мясная печать. Но я, по правде говоря, его давненько не видел. Может, его убили? Просто поспрашиваю у Шармель. Она у нас поет каждый день. Уверен, она знает, где найти змея. Спасибо. Торговать.
мыслить, как может быть родом хозяином. Купить пиво. Кости брать, наверное. Девушки, поговорить. Так. Так. Юго-восточная часть деревни. Юго-восточная часть. Как я тебя понимаю, этот мир мне тоже чужд. Слава богу. Я должен быть в роскошных городских покоях. Но, к сожалению, я родился в нищете. И вынужден зарабатывать свое состояние в этой глухомане. Испугать его, чтобы вылечить икоту, торговать. Бу, ты что, ошалел? Я просто хотел помочь с икотой. Очень глупо, само правило, чертово несварение. Акульи плавники в винном соусе были великолепны, но вот крылья бабочек фри были, конечно, лишние. Похоже, мой метод подействовал. Похоже на то. Так. Торговец. Золотые ювелирные изделия. Смена винограда. А, семена винограда. Исследование не завершено. Королевская рыба. При использовании плюс 50 энергии состоится из печи. Семена винограда. Это предметы, недоступные до тех пор, пока продавец не достигнет уровня 3. А это что такое? Набор для починки дерева. Это все, что у меня есть, но оно не интересует торговца. Так. Вот. Почему нам не показывают, что мы должны идти к кузнецу? Это кто? Видите, что творится здесь? Проходу не дают. Оп. Да, в полном смысле этого слова. Не дают прохода. Перегорожено.
где юго-восточная часть деревни. А у нас карта есть. Вот у нас карта. Мы пока не видим ни себя. Пшеничная ферма. Не этого, не кузнеца. Ни себя, ни кузнеца. Ой, это кузнец. Как хорошо. Чего уставился? Ничего, просто осматриваюсь вокруг. И вот это хай тебе сказать. Могу я спросить, кто ты? Кто ты? К сожалению, я местный кузнец. Меня зовут Кресвольд. Отдать письмо, спросить про металлическую руду, торговать. Письмо отдали. У меня для тебя письмо от Хардвика. А письмо, ну, конечно же, тут для целую минуту идти самому никак. Да уж, старые привычки не искоренимы. Вообще, спасибо. Извини уж, что разворчался. Похоже, ворчать — это моя новая привычка. Опять эти слизни. Хардвик просил меня от них избавиться. Но у меня нет времени на этих надоедливых зеленых мерзавцев. Возможно, ты мне поможешь. Можешь взять этот ржавый меч и эликсир энергии. Меч никуда не годится, но его можно починить на точильном камне прямо у меня за спиной. Точильный камень может оставить себе. Но оставить себе можешь. Потому что его рады или что-то там у тебя. Если убьешь слизни, принеси мне то, что от них останется. Я подкину тебе полезных материалов. Они должны быть чуть севернее моего дома. Около лучшего. Различные действия тратят энергию. Создание, собирательство, даже бой. Все тратит энергию. Да, бой еще может тратить здоровье. Спейс-атака. Восстановить запас здоровья и энергии можно с помощью еды, эликсиров. Нажать на таб. Открывает инвентарь. Сон также восстанавливает здоровье и энергию. Ладно. Металлическую труду. Слушай, я еще хочу заняться этим. Где взять руду? Болотное железо можно найти на болотистой почве. На западе за рекой есть огромное болото. А у нас мост разломан. Я собирал руду там, до того, как мост обвалился. Вы открыли новую технологию и получили знания. Чертеж плавильная печь. Создать железный слиток. Сырое железо, переплавленное в форму слитка. Сбор болотное железо. Эта руда может быть собрана с залежей находящихся на заболоченной почве. Давайте уйти. Я. Точнее, да? Выбрать ресурс для использования.
Дискотека энергии. Нет, кровать. Здесь нужно было купить рыбу у того дяденьки, у торговца. Да, уставший, а надо идти. Куда идти? Спать. Быстрое перемещение здесь возможно или нет? Милый дом. Нет. А где мы? Да. Так. Знаем только, что нам нужно идти на запад. Да все цепляется, ужас. Так. Мы идем в правильном направлении. Приказу великого инквизитора этот проход закрыт до... Ты где был? Тут все такое странное выглядит, как настоящее. Никогда... И никого не смущает мое появление из ниоткуда. Святое бухлище. Ты прям с языка у меня... Снять язык вспомнил. Я вспомнил. Твоего дома был склад. Возможно, там остатки что-то съестное. Вы открыли новую технологию и получили знания. Сбор съедобных грибов. Сбор ягод, сбор яблок. Можно быть. Пшеница точно помню, как пёк хлеб и пироги, сладкие пироги с ягодами. Создать тесто, создать сдобное тесто, создать хлеб. С луком, ох, как они хороши, с пивом, точно пивом, мне нужно пиво. Это сейчас смотрится как себя, чего-то такое вопросы. Как мне попасть домой, спросить о деревне, о тропинке. Этот вопрос был риторический, я что, похож на... волшебную голову с ответами. А вообще-то да. А ты умный, жду тебя на привычном месте. Нет пива, нет ответов. Да, ответ у нас есть как раз. Так, домой. Вот дом, вот два. А что здесь написано? Ничего не написано. Так. Побежали. Так, спать.
сохранение, когда спите. Я отлично выспался. Ой, как плохо, совсем плохо. Кем ты себя возомнил? Да ну вы смотрите, пообещается дух старого, смотрите, наверное. Класс. Ура, смотрите, долго тебя ждали. Я Йорик. Я так одинок, бедный. Бедный я. Как все плохо. Йорик, это из Гамлета. Из Гамлета. У нас на кладбище есть один неприятный постоялец. Мы бы хотели от него избавиться. Можешь нам помочь? Я вообще не знаю, зачем я здесь. Гелий научил меня только закапывать трупы. Ты Йорик, а череп он забавно. А это полудохлая костяшка? Да, он там завидует. Он тоже может только мечтать о вечном покое. Да, Йорик, бедный Йорик. Это же с черепом как раз разговаривали. Когда я обманываю, тут ужасно, особенно этот парень в нижней правой могиле, такой зануда. Избавиться от него, пожалуйста, просто выкопай его и выкинь в реку. Я могу тебе отдать это разрешение на эксплуатацию украла, когда я еще жив был. Какое еще разрешение? Ну, чтобы тела выкапывать, для этого нужно разрешение. Ты же не смотрите, покупал их через почтовый ящик около церкви. Да. Что это за звук? Вот если докажу нам приходить, то сломаю решетку. А сейчас нас побьют. Нет, сейчас нам нет смысла. Что-либо делать? Рецепт. Что это рецепт? Просто и вкусно. Так. Инвентарь. Рецепт. Использовать. Создать запеченные грибы, создать запеченные яблоки. Закрыли новую технологию. Здорово. Как раз умеем собирать ягоды. И... ягоды и у нас есть разрешение на эксгумацию трупов. Разрешение на эксгумацию. Есть. Ладно, хватит. Конечно. Конечно. Хорошо повеселились, но... Угу. Где меч? А, меч мы уже починили. Я...
Это был меч. Меч, меч, меч. Топор, колун, лопата, лоток. А меч-то? Непонятно. Ну ладно, на этой оптимистической ноте мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире!